Сегодня, ну, может, чуть короче лекция, ну, и, в принципе, я так как бы ориентируюсь, там, на полтора часа у нас лекции, по-моему, всего их должно быть 11, что ли. То есть, ну, на самом деле мы закончим даже раньше, но я про это сейчас поговорю, какая у нас структура курса и что будет. Значит, ну, и сразу, да, организационно, соответственно, любые там вопросы, ну, поднимайте руки, я буду периодически как бы себя тормозить и спрашивать, есть ли вопросы, да, но руки там в зуме, ну, я думаю, все уже опытные с этим, знаете, как делать, то есть я буду, соответственно, реагировать. Так. Значит, какая у нас вообще цель курса, да, чего мы тут делаем? Ну, Валерий Павлович вам, может быть, даже это говорил где-то там в самом начале, не знаю, там, когда вы еще искали, на какую кафедру пойти, он там любит рассказывать, что вот вы будете учить биологию, а потом раз, и на шестом курсе, ну, у кого-то вот на пятом, внезапно вам снова будут рассказывать математику. То есть цель такая есть, да, немножко вспомнить математические навыки. Ну и моя задача, скажем так, немножко вам показать, что обратные задачи встречаются чаще, чем кажется. То есть, ну там, так, если в жизни слышишь обратные задачи, кажется, это же какая-то жесткая математика, что да, у кого-то она там есть, но не так часто. Ну, это вопрос определения, на самом деле. Я скажу, что можно определять так, что они почти везде есть. То есть, соответственно, задача моя, ну, вам как бы рассказать, то есть где-то мы будем, опять же, чтобы вспоминать математику, там формулы прям, ну, которые простые формулы будем там разбирать, чего-то выводить тоже, то есть не просто где-то это будет больше такая демонстрационная вещь, не знаю, как обзорный какой-то научный доклад где-то, если вы видели, да, где просто есть ссылки, есть там примерные результаты, что люди умеют делать в настоящее время. И, соответственно, если вам это интересно, вы можете туда пойти и дальше это изучить. То есть в целом глобальная задача, хотя я не скажу, что там, ну, может быть, полностью решу, это чтобы у вас в вашей дипломной работе, ну и дальше, условно говоря, вы могли плюс-минусы, вот эти пресловутые, о которых, опять же, Валерий Павлович очень любит говорить, что это основное отличие науки от ненауки, ну то есть я бы не был так категоричен, но это важный аспект, да, и, соответственно, вот чтобы эти плюс-минусы в том числе помещать или хотя бы думать о том, как это можно сделать, вот об этом мы тоже будем говорить. То есть и в целом, ну, идеальный, скажем так, результат всего этого, если вы действительно сможете перевести обработку испытательных данных в вашей дипломной работе, ну и, как я сказал, в будущих каких-то работах на качественно новый уровень. То есть как мы это все будем делать? Ну, то есть все это, как вы уже поняли, будет в Zoom, но, как говорится, не суть важно. То есть у нас будут лекции, вот, ну, вот как сейчас будут. Надеюсь, мы будем как-то все-таки немножко интерактивно это делать. Нас тем более мало, можно как это обсуждать, и особо это не затянет, я думаю, процесс. То есть лекции всех, я вам уже сказал, доступны в электронном виде. Ссылку я в чат скину. Там, ну, по ходу я не буду, может, немножко обновлять. Там есть ссылка на папочку, где лежат всякие книжки, опять же, там дополнительная информация. Но я думаю, сейчас тоже вы прекрасно знаете, как находить там книжки в электронном виде, статьи в электронном виде. Ну, я не знаю, по-моему, есть там на кафедре даже какая-то лекция про это. Ну, если вдруг какие-то проблемы, то спрашивайте меня. Опять же, вот тот чат, который мы в Телеграме создали, ну, наверное, для этого идеально подходит. То есть любые такие вопросы организационные, и где что достать, можно там спрашивать. По поводу, значит, дальше заданий. То есть у меня не будет никаких вот по ходу заданий, то есть будут какие-то там элементарные задачи или выводы, формул, скажем так, которые мы будем по ходу разбирать, а в остальном все будет, ну, как бы на вашу, что ли, ответственность, да, и насколько вам интересно. То есть если вам интересно, вы в этом участвуете, задаете вопросы и осознаете все это. Если вам не очень интересно, ну, не столь инициативно участвовать, но все-таки посещаете лекции. И, ну, по крайней мере, знаете, где все это найти, да. То есть моя там минимальная задача – это то, чтобы вы потом не сказали, что мы понятия не имеем, что это такое вообще, там, не знаю, нелинейная регрессия, скажем так, и как с этим быть. То есть, по крайней мере, я вам вдолблю, что все это легко и достаточно просто, и если вам такая-то понадобится, то возьмете мои лекции, презентации, там вот сейчас записи даже будут лекции, и, соответственно, ну, сможете чего-то посмотреть. Так, и
Да, но, собственно, все-таки какая-то обратная связь или сдача, поскольку у нас даже экзамен, по-моему, по этому курсу есть, то есть вроде как что-то, ну, надо поработать, да, не просто походить на лекции, поэтому будет сдача главы диплома. То есть тот, у кого шестой курс, у них идеальная ситуация, потому что они как раз к окончанию нашего курса, ну, уже диплом, скажем так, почти напишут. Тут, конечно, все по-разному, да, кто-то там пишет в последнюю неделю мая, заканчивает, а иногда даже начинает, но кто-то, у кого-то уже там, не знаю, за несколько месяцев готов. Но так или иначе, я надеюсь, будет о чем поговорить. То есть ваша задача найти у себя в дипломе какие-то обратные задачи. Но я думаю, мы сегодня еще, то есть тоже вам как это задание, пока вы меня слушаете сегодня, подумать, что у вас в дипломе может быть как раз по обратным задачам. Ну, сейчас прям не спешите, потому что я вам сейчас, собственно, буду рассказывать, что такое обратные задачи, да, в том широком понимании, которое мы будем рассказывать. Но вот, в принципе, сегодня прям уже в конце лекции можно примерно поговорить, у кого того, что есть. То есть идеальный вариант, что вы находите чего-то в дипломе у себя, ну вот как Валерий Павлович, вы когда-то сдавали, не знаю, там на третьем или каком курсе экспериментальную главу диплома в качестве работы по курсу. У меня это будет, соответственно, не столько экспериментальная, сколько обработка экспериментальных данных, ну либо даже данных моделирования в каком-то смысле это тоже там подходит. То есть это как бы не спешите сейчас говорить, что ничего у нас нет, да, то есть у кого-то очевидно, что есть и что именно, у кого-то надо немножко пообщаться, то есть, ну, просто можем там ближе к окончанию лекции подробнее с каждым поговорить, что может быть подходящего, да, то есть я здесь как бы, ну, очень гибок в этом смысле, то есть любое, что хоть как-то напоминает, это лучше. А в крайнем случае, если совсем ничего нет, диплом какой-то совсем биологический, где никакой там, не знаю, обработки нет, ну такие бывают, а то я вам дам какую-то задачу, у меня есть там стандартные, условно говоря, понелинейная регрессия, обработка каких-то данных, опять же, чтобы вы хоть ну, руку немножко набили, это будет очень неинтересно, предупреждаю, но как бы какая-то задача у вас будет, вы экзамен сдадите. Поэтому, в общем-то, в ваших интересах со всех точек зрения найти чего-то в дипломе, но если нет, тоже не переживайте. Ну и по поводу посещения, то есть единственное мое требование такое, может быть, слегка формальное, да, что все-таки вы лекции посещаете, и если нет, то, соответственно, получаете ниже оценку. Но вот правило очень простое, то есть два пропуска вы можете сделать без, так скажем, объяснения причин, а ну, на третий пропуск получаете просто четверку. Но ну, если кто сильно хочет тройку, может шесть раз пропустить. Да? А, ну, то есть в каких-то там особых случаях там, уважительных причин многочисленных пропусков будем индивидуально обсуждать, но лучше до этого не доводить. Так, ну и давайте по поводу обратной задачи. Да, так вот широко сегодня у нас вводная лекция, я поэтому буду... может быть, очень неконкретно, но чтобы как-то у нас было общее, что ли, ощущение, о чем мы вообще будем общаться. То есть, ну, эту картинку, я думаю, вы много раз видели, ну, немного, но Валерий Павлович любит показывать на всяких вот этих биофизических мастерских, тоже часто встречается в русском и английском варианте, она там изначально из книжки Борн-Хаффмана «По светорассеянию». То есть вот прямая задача – это вроде как просто взять дракона, да, поставить, вот у него будут какие-то следы, ну, то есть, по крайней мере, можем там чистый эксперимент сделать. Обратная задача намного сложнее – определить дракона по следу. Ну и если чуть конкретнее говорить, то надо сразу оговориться. То есть на самом деле даже вот я не помню, лет 7 наверное, назад вот этот курс как-то формально там в НГУ, ну, какой-то был конкурс, курсов, типа, и я его то подавал, и ко мне там как раз придирались, ну, то есть была какая-то там рецензирование, внешняя проверка, придирались, что ну, это же не обратные задачи, а это там какая-то нелинейная регрессия, это не одно и то же, да, то есть в математике действительно под обратными задачами, даже если взять там какой-нибудь Journal of Inverse Problems, то есть вот в научной, скажем так, математической среде, часто под обратными задачами понимают более узко, это обращение бесконечных мерных отображений операторов. Мы про это тоже будем немножко говорить, но я тут буду более широко на это смотреть, то есть включая задачи, связанные с линейной и нелинейной регрессией. Почему это почти одно и то же, я тоже скажу буквально скоро. То есть ну, здесь попытался дать некое, скажем так, определение всего этого, то есть это восстановление модели по измеренным экспериментальным данным. То есть всегда, когда у вас есть экспериментальные данные, и вы хотите ответить на какой-то вопрос, который, ну, скажем так, не просто там работает, не работает, да, вот, а
вопрос, скажем так, а чему равно значение какого-то параметра, да, будь то, не знаю, там размер клетки, скорость реакции или что-то еще. То есть вот когда вы из экспериментальных данных чего-то такого восстанавливаете, ну, вы так или иначе решаете обратную задачу. Конечно, можно это определение довести до абсурда. Вот здесь примеры, скажем так, тривиальных обратных задач. То есть вычитание в этом смысле тоже обратная задача. Да? То есть у вас есть y равно x плюс b, то есть x и y известны. Как найти бета? Ну, легко и просто, да, естественно. Чуть более сложно это обращение матрицы. То есть вот здесь пример приведен, то есть тоже... Если мы матрицу можем обратить, то вроде мы это делаем легко и просто, но вот здесь уже начинаются нюансы. То есть кто когда-нибудь там, не знаю, обращал матрицы, либо, возможно, у вас курсы какие-то были по численным методам, то вы, наверное, представляете, что когда матрица большая, ну, причем большая на самом деле, это уже где-то 7 на 7, можно придумать патологические матрицы, которые так просто не обращаются, причем они могут быть даже вполне там... ну, то есть, как-то просто, чтобы не обращалась матрица, можно и там 2 на 2 придумать. Но вот есть матрица 7 на 7, я видел какие-то примеры, которые выглядят хорошо, но когда пытаешься обратить или там найти собственные значения, то очень плохо становится. То есть надо какие-то очень устойчивые специальные методы для этого использовать. Но это как бы технические сложности. Но, тем не менее, вот обращение матриц, с одной стороны, это такая понятная прямая операция, которую компьютер за нас всегда может сделать, но уже даже здесь, если мы об этом просто будем подробнее говорить потом, но уже даже здесь можно натолкнуться на всякие вопросы там, устойчивости решения вашего. То есть, что вроде как решение есть, но оно вас по каким-то параметрам может не удовлетворять. Так, ну и вот какие-то примеры очевидные привели. Теперь давайте все-таки попробуем какую-то классификацию сделать, да, с которой мы потом будем работать. То есть все эти, вот все, что сейчас здесь будет, мы так или иначе будем дальше касаться. Классификация, она по двум, скажем так, осям идет. То есть первое – это что есть дракон, то есть то неизвестное, там, то, что мы восстанавливаем. То есть если это модель с несколькими параметрами, то есть бета в данном случае, можно сказать, что это вектор, обычно небольшой длины, да, то это называют регрессия. То есть что такое небольшой длины, это вопрос, естественно, открытый, то есть это может быть там где-то 2, 3, 4, а иногда и 20, это относительно небольшое число. То есть это тут, наверное, от области зависит конкретное. Но дальше, соответственно, если модель с несколькими параметрами, переходим к модели с многими параметрами, где как раз-то могут быть уже десятки или сотни. И дальше, естественный переход – это описание функции. То есть функция – это вроде как бесконечномерный вектор, но реально, конечно, в большинстве случаев мы так или иначе будем работать просто с очень длинными векторами. То есть будет какой-то либо базис, либо еще что-то, какое-то разложение по каким-то базисным функциям. Соответственно, будем работать не с неизвестной функцией, а с какими-то коэффициентами. Но их может быть реально много. Это могут быть там тысячи, не знаю, сотни тысяч, что угодно. То есть это одна ось классификации нашей обратной задачи. Вторая ось – это зависимость функции, то есть ну, следов, да, если эту аналогию использовать, или данных, которые мы от y дальше будем использовать, от неизвестных. То есть так или иначе у нас сейчас, так или иначе у нас есть некая такая вот запись, которую ну, мы иногда в явном виде как-то можем записать, иногда не очень, но она так или иначе подразумевается, да, что у нас есть некая неизвестная наша, которую мы хотим восстановить, бета, есть некое преобразование f, и есть то, что мы y получаем. Да, но преобразование нам дает некие идеальные значения, а реально у нас тут будут какие-то данные с ошибкой. Но мы опять подробнее будем разбирать, но так или иначе мы в итоге хотим как бы обратить это отображение. И вот насколько это сделать легко или сложно, это зависит от того, вот это отображение линейное или нелинейное. Но линейность или нелинейность, вот ключевой момент тут сразу надо говорить, это по бета. То есть что это значит? Ну вот здесь примеры как раз линейных моделей. То есть это называется линейная регрессия, то есть когда у нас данные приблизительно, ну, то есть мы предполагаем, что описываются некой функцией, которая зависит от контрольной некой переменной x, ну, то есть в нашем эксперименте, например, что-то у нас меняется со временем, да, x тогда будет время, либо мы самостоятельно меняем, не знаю, концентрацию какого-то вещества и смотрим, какая у нас, ну, условно, скорость реакции или концентрация другого вещества получается, да, то есть у нас есть некие контрольные параметры, которые мы меняем, то есть мы потом как бы строим некий график y от x.
И там будут результаты нашего эксперимента. А вот параметры бета-1, там, бета-п, то есть это в данном случае вектор бета, иначе можно сказать, это параметры, которые мы на нашем графике напрямую не видим, но они влияют на вид той функции, которая, ну, должна проходить через эти точки. И вот когда мы говорим линейная или нелинейная зависимость, вот, что я не устану подчеркивать, да, это зависимость не от x, а от бета. То есть, условно говоря, вот это линейная зависимость, потому что здесь вот коэффициенты от бета линейные. Вот это тоже будет линейная зависимость, хотя здесь синус есть, есть x квадрат, но это зависимость от, как бы, контрольной переменной, она нам, ну, скажем так, не столь важна в данном случае, а важна зависимость именно от параметра. Ну, то есть, вот, например, пример линейной регрессии. Опять же, как именно мы это проводим прямую, мы будем все детально разбирать. То есть, но это вот такой классический пример регрессии, в принципе. То есть, есть у нас экспериментальные данные, для них даже есть какие-то погрешности уже плюс-минус. А мы, соответственно, дальше вот у нас есть модель. То есть, это мы придумали откуда-то из других соображений, да, то есть я не сильно буду с вами обсуждать, как вообще придумывать модель. Ну, чуть-чуть будем говорить, но скорее не про придумывание модели, а как сравнивать разные модели между собой, если у нас есть несколько вариантов. Но так или иначе, вот у нас есть такая модель, и мы можем проводить эту регрессию, как результат у нас будут параметры, да. Ну, то есть это подгонка, вот то, что так вот говорят словами, или fit вообще по-английски, такое короткое слово из трех букв. Очень, ну, скажем так, не очень строгое, но тем не менее даже в научных статьях вполне себе, как бы, звучит нормально. Фит, ну, естественно, если у вас в тексте есть какое-то все-таки описание, что вы под этим имеете в виду. Но результат, да, это вот эти вот плюс-минусы, которые, как я вам сказал, очень желательно иметь, в том числе при подгонке, то есть есть параметры и, соответственно, их плюс-минус. Но вот это и есть результат нашей подгонки. И здесь, опять же, у нас есть вот эта экспонента, есть кривая, которая совсем вроде как нелинейная, но при этом это линейная регрессия. То есть линейная, потом мы там поговорим, она, скажем так, решается проще, чем нелинейная, есть прямые формулы, они в целом более устойчивые, ну и там со всех точек зрения приятнее. Но, опять же, дальше я буду там немножко аргументировать, что разница, ну, может, не столь принципиальная, как нам кажется. Опять же, ввиду того, что есть компьютеры, которые и линейную, и нелинейную регрессию сделают, там, скажем, за нас почти автоматически, нам надо только уметь пользоваться соответствующими инструментами. Если нелинейная, ну, соответственно, то же самое, есть некая модель, но только зависимость от бета уже нелинейная, да, то есть, ну, вот, классический пример, это если у нас есть функции там а-ля экспонента, синус, еще что-то, ну, то есть какие-то нетривиальные функции, то параметр стоит уже внутри, не как множитель снаружи, а внутри, и тогда уже зависимость нелинейная. И, скажем так, уже самый сложный, что ли, случай, это когда f вообще у нас может быть неизвестно аналитически, ну, тогда, если она неизвестна, то, естественно, она нелинейна, ну, по крайней мере. То есть, конечно, можно придумать, наверное, случай, когда она нам неизвестна, но по каким-то, скажем так, сакральным смыслам вдруг потом окажется линейной, и мы это, может быть, даже как-то докажем, да, но по умолчанию, если нелинейна, неизвестна, то значит и нелинейна. И более того, дополнительные проблемы, которые для нас это может вести, что мы ее, в принципе, ну, как бы, можем вычислить для любых значений параметров, но это не быстро. То есть, понятно, когда у вас есть формула, даже если там какие-то спецфункции стоят, но обычно там на современных компьютерах мы говорим, там, не знаю, ну, может, не о наносекундах, но о микросекундах, да, когда мы можем вычислять, ну, какие-то суперсложные спецфункции, ну, может быть, за миллисекунды вы будете вычислять. Да, то есть если у вас это получается результат какого-то вообще отдельного компьютерного моделирования, которое вы делаете, чтобы вычислить одно значение этой функции при заданных значениях параметров, то, естественно, у вас это будет ну, неограниченно, условно. Да? Вы можете часами получать одно это значение, и да, когда вы будете решать задачу линейной регрессии, вам это придется, скажем так, так или иначе принимать во внимание. Ну и вот пример такого, это как раз светорассеяние, ну, по понятным причинам, да, и я сам много этим занимался, и в лаборатории у нас этим много занимаются, и, соответственно, ну, многое, скажем так, вот развитие обратных задач, и то, что мы сами делали, и то, что изучали в литературе, оно так или иначе привязано к светорассеянию, и это действительно, я бы сказал, ну, один из таких, можно сказать, краев науки, да, где вот решение обратных задач себя проявило во многом, ну, и как
важное приложение, применительно к которым математики развивали свои методы. То есть это, ну, не совсем, скажем так, искусственный пример. Ну, что такое светорассеяние, думаю, вы прекрасно знаете. Ну, и индикатриса светорассеяния – это вот та функция, которую мы можем экспериментально измерять, ну, некоторыми системами, по крайней мере. И эта индикатриса, она зависит, с одной стороны, там, от угла, да, то есть это x будет наш контрольный параметр, но при этом зависит от параметров частицы. То есть вот задача, которой у нас в лаборатории много занимаются, ну и не только, в принципе, это восстановление параметров модели по измеренной индикатрисе. Ну и, соответственно, здесь пример, то есть модель, если это, скажем, шар, у вас всего два параметра, да, и вот здесь показан пример какой-то из статьи, не знаю, 95-го, что ли, года, то есть это уже почти 30 лет назад почти. А давным-давно вот уже тогда как бы подгоняли, ну и как бы можете как на досуге спросить Валерия Павловича, как он мучился, когда это делал на каких-то там древних компьютерах. Ну, более современная уже вот здесь модель может быть посложнее, но, опять же, подробнее мы там это будем разбирать. Общая суть, вы видите, что, в принципе, когда вы видите картинку итоговую, то это не сильно отличается от того, что у нас было там в линейной регрессии. То есть это все как бы спрятано внутрь. Результат – это все регрессия, да, и результат, который мы ожидаем от качественной обработки, скажем так, данных, это то, что вот у нас есть данные, мы проводим, ну, данные, скажем так, с явным или неявным каким-то экспериментальным шумом, но здесь он не показан, шум данных, но проводится некая прямая, и есть параметры модели с какими-то плюс-минусами, как это все получается, опять же, мы будем обсуждать. То есть, конечно, эта задача существенно сложнее, чем, скажем так, задача вот несколько слайдов назад вот такая, но, в принципе, принципиально тут, по крайней мере, по результату она не отличается. Так, ну это мы, собственно, поговорили про регрессию. Если говорить о структуре нашего курса, то как раз где-то половину мы будем вот этим заниматься, и это та часть, которую мы будем достаточно подробно разбирать, потому что здесь, ну, скажем так, можно прям прямые формулы получать, все, что связано с линейной регрессией, даже, я бы сказал, почти полностью выводить, там пытаться какую-то геометрию понимать, ну, то есть там есть вот простор, я бы сказал, для того, чтобы математику вспомнить и как-то не сильно при этом свой мозг сломать. А когда мы перейдем уже дальше вот к линейной зависимости от функций, то есть то, что математики, ну, к линейной и нелинейной, да, то есть восстановление функции, а не нескольких параметров модели, мы больше будем концентрироваться на конкретных примерах, которые, ну, наверное, даже, может, более интересны с точки зрения биофизики, то есть это и всякие томографии и так далее, но я сейчас тоже поговорю об этом. Но там сразу надо сказать, что строгость математики будет уже спрятана, да, куда-то в ссылке и так далее. То есть, ну, хотя где-то, опять же, о чем-то математическом тоже будем говорить. Ну, если интересно, о чем именно, да, то можно посмотреть программу по той ссылке, что я выложу. Так, ну и возвращаясь все-таки о чем мы говорим, то есть сначала поговорим о линейной зависимости от функции, то есть когда вот у нас есть некая функция f от x неизвестная, есть некое преобразование от нее, это преобразование линейно по функции, если оно линейно, то в общем виде оно записывается следующим интегральным преобразованием с каким-то ядром. Ну, то есть там можно спорить, что k может там, не знаю, сыграть всякие дельта-функции, всякие обобщенные функции, и, соответственно, которые можно альтернативно выделить, и тогда у нас будет, например, не такая запись, а там, не знаю, f от x минус такой интеграл, да, то есть мы какие-то вот такие особые части можем выделить. Но в целом, вот если k достаточно широко понимать, то любое линейное преобразование в виде такого интегрального преобразования записывается. И в результате у нас получается некая функция g от y. То есть мы как бы вот это знаем или измеряем, естественно, всегда с какой-то погрешностью, и нам нужно f восстановить. То есть, ну, математики как-то всегда могут легко все записать, да, то есть просто есть некое обратное преобразование f минус первое, которое из g говорит f, ну, как говорится, остается нюанс только в том, как же его найти, хотя бы его значение на одной конкретной функции g. А под это определение, если говорить вот интегральные преобразования, попадают очень много именных преобразований, которые вы, наверное, ну, по крайней мере, некоторые из них слышали, Фурье, Лапласа, Радона и так далее. И, соответственно, поскольку практически для всех этих именных преобразований есть прямые формулы обращений, с одной стороны, да, а с другой стороны, дискретизация, то есть если мы там разложим по базису или еще как-то сводит все это к линейной регрессии, то есть линейная регрессия – это в каком-то смысле система линейных уравнений.
И опять же, это можно ну, достаточно просто решать. Какой из способов, скажем так, более правильный? Естественно, вот этот кажется более как прямолинейным, да, у нас есть прямая формула обращения, мы все получаем, но, как мы убедимся потом на многочисленных примерах, иногда такой подход неудовлетворительно работает, тогда приходится, скажем так, ну, забывать об этой великой возможности, которые нам дает прямые формулы, и использовать как бы непрямые, то есть забывать. Ну, будем все это подробнее разбирать. Ну, просто для примера преобразования Фурье, я думаю, вы прекрасно это знаете. То есть есть у нас вот непрерывные случаи приведенные, мы все это можем сделать. Но проблема в том, что да, вот вроде у нас есть, допустим, вот мы знаем преобразование Фурье, мы его, допустим, измерили, и нам нужно функцию получить. Да? То есть вот она, пожалуйста, формула. Но проблема, естественно, вот опять же, кто когда работал с какими-то экспериментами и так далее, что реально у вас будет эта функция не на всей бесконечной прямой, и там, где она будет известна в дискретных точках, еще и с какой-то погрешностью. Да? И как этот интеграл посчитать в этом случае? Это вопрос, вообще говоря, открытый, который ну, вызывает много технических проблем. Если это мы все дискретизуем, то, опять же, у нас очень простые формулы, которые, ну, скажем так, почти очевидны из этих записей, что вот это, если мы запишем в виде матричного отображения, что x большое через x маленькое выражается матрицей, то эта матрица имеет аналитическую обратную к себе, да, которая вот здесь вот, собственно, записана. То есть это матрица преобразования Фурье и, ну, скажем так, красивый и очень полезный в жизни математический факт состоит в том, да, что ее можно обратить. То есть это, собственно, на этой основе, там, в том числе, там, всякие быстрые преобразования Фурье строятся и тому подобное. Связано с преобразованием Фурье конволюция, то есть тоже часто достаточно встречается. Есть у нас некая функция f неизвестная, а измеряем мы ее конволюцию с неким ядром g, которое вот так вот. Ну, часто конволюция, скажем так, в принципе, это можно понимать там для любого ядра, но в большинстве приложений, где именно ну, конволюция, скажем так, интуитивно, что ли, ну, близко к стандартному пониманию, это когда функция g имеет, ну, как-то она достаточно быстро убывает, да, то есть когда y минус x мало, она велика, а когда она убывает, она становится ну, быстро достаточно, я не буду сейчас, естественно, подробно говорить, что значит быстро, как-то убывает, и тем самым вот эта конволюция, это в каком смысле размазывание нашего сигнала, то есть, ну, примерно то, что классический пример, по-моему, даже здесь у нас, да, будет, ну, вот, собственно, картинка, да, то есть какой-то такой вот свертка, ну, здесь прямоугольным ядром, если вот любая там фотография не в фокусе, это вот классический пример конволюции, и, соответственно, ну, то, что сейчас, по-моему, ну, Photoshop точно может, ну, по-моему, многие смартфоны уже даже, да, какую-то вот деконволюцию умеют делать, это как раз, ну, пример развития технологий. А если мы, соответственно, аналитически на это посмотрим, то все кажется тривиально. То есть, ну да, в дискретном виде вот это так записано, но так как у нас есть свойство преобразования Фурье, что Фурье от конволюции есть просто произведение, ну, как поэлементное, да, функции или векторов, соответственно, Фурье от обоих функций, то мы можем в явном виде через два прямых и одно обратное преобразование Фурье записать следующую формулу. Но проблемы начинаются, естественно, что вот это вот преобразование Фурье, оно в некоторых точках может либо зануляться, либо быть очень мало, а там, где оно мало, то значит мы его знаем, скорее всего, с очень плохой точностью. Ну, то есть у нас есть погрешность в... Ну, я не здесь G, допустим, можем знать даже точно, да, но все равно где-то вот это может зануляться, либо, ну, по крайней мере, усиливать шум, который у нас есть вот в этом измеренном сигнале, да, то есть F на G мы измеряем, потом берем преобразование Фурье, при этом уже какой-то шум увеличиваем, потом еще делим на вопрос. Да, вопрос, пожалуйста. Ну вот, а мы не можем подобрать вот это ядро G таким образом, чтобы оно ну, не занулялось, допустим, G же может по факту выступать любая функция, которая нам хорошо известна и свойства, которые мы знаем. То есть почему мне подобрать такую, которая Фурье ну, не зануляется, тогда проблема же решена, нет? Ну, в общем, отчасти да, но
Для большинства задач у нас мы же не выбираем, то есть же у нас задана системой. То есть если мы, ну вот опять же, там какой-то фотографии перейти, да, ну то есть у нас есть какое-то искажение, там линза, ну, неправильно была настроена, да, ну либо как это часто, вот любая экспериментальная система, есть, скажем, конечное угловое разрешение. Ну тот же вот цитометр, да, который, примеры я там много буду приводить, сканирующий поточный цитометр, имею в виду, который индикатрису измеряет, у него есть угловое разрешение, и он... ну, любой сигнал, скажем так, который очень резко меняется, например, если вы там 50-микронную частицу попытаетесь измерить, у нее индикатриса очень такими резкими вариациями, ну, прибор не сможет измерить, он как-то это замажет. И, в принципе, ну, это можно описать, опять же, некой конволюцией. Единственное, тут всегда, когда мы пишем конволюцию, ну, это не всегда применимо к реальным измерениям, потому что мы подразумеваем, что эта функция G, она в каком-то смысле не зависит от того, ну, для какого конкретного x, то есть если это, например, у нас зависимость от угла рассеяния, то мы предполагаем, что вот это размазывание, оно одинаково для каждого угла, то есть просто соседний как-то. Ну, то есть это не всегда так, но, да, опять же, можно это там пытаться обобщать и на другие случаи. Ну, то есть одна часть ответа, что g просто она такая, какая есть, и, соответственно, ну, часто занимает. А вторая часть, ну, опять же, я сейчас так вот сходу не скажу точно, но есть просто какие-то же такие, как это, на пальцах свойства преобразования Фурье, что если функция у нас достаточно быстро спадает, то она, ну она, да, она мало убывает, то есть у нас почти, сейчас как-то, если она узкая в одной области, то она будет широкая в спектре Фурье и наоборот. Но если, опять же, у нас конволюция вот как здесь, например, да, то есть здесь она прям, ну, сильно размазана, я не знаю здесь какая ширина, ну, наверное, где-то на десятую часть кадра у нас размаз идет прямоугольный, то это значит, что преобразование Фурье будет, ну, скажем так, не на всю распределение. То есть оно все равно будет спадать. Оно может действительно, можно подобрать функцию, ну, то есть, по-моему, там, типа, если у нас Гаусс, да, функция, то преобразование Фурье от Гаусса будет тоже Гаусс. То есть она формально нигде не зануляется. Но тут как бы даже не обязательно, что она будет зануляться. Проблема здесь какая, что вот это вот мы берем Фурье, то есть в целом нам нужно это брать, ну, там, от минус до плюс бесконечности, но реально мы всегда возьмем какое-то окно. Опять же, как его ширину там определять и на что это влияет, то есть всякий там алиасинг, ну, это отдельный вопрос, мы немножко об этом поговорим, где-то там, не помню, в какой лекции, там, 8-9, по томографию, когда будем говорить. Но получается, что все равно нам нужно в достаточно широком диапазоне вот это вот, ну, вычислять значение. И там у нас вот эта функция f может, ну, уже начать спадать, причем она будет спадать и будет с плохой точностью известна. Но при этом мы ее будем делить на маленькое значение f от g. То есть оно может как бы монотонно стремиться к нулю, мы точно знаем, что оно не зануляется, и даже мы его как бы точно знаем. Да? То есть если у нас есть, известно, что вот g, например, это Гаусс, да, и мы с Гауссом сворачиваем. Мы, допустим, даже, ну, если говорить о какой-то оптической системе, там, фотоаппарат или еще что-то, наверное, можем точно, ну, с хорошей очень точностью измерить вот эту как бы систему, то есть G мы, допустим, знаем. Мы будем F от G тоже знать. Проблемы с точностью самой не будет. Но это будет маленькое число. И получается, что сверху у нас маленькие числа, которые, ну, казалось бы, мы уже можем пренебречь, но поскольку мы делим это на маленькое число, то мы не можем пренебречь. То есть они дают такой же вклад, как где-то, ну, ближе к середине, там, ближе к нулю диапазона. И тем самым у нас... ну, получается, погрешности, которые здесь, скажем, вот в этом значении в числителе могут достигать, ну, легко там 100%, да, где-то на хвостах, ну, вот у нас получается, что и вклад будет достаточно существенное число, которое с погрешностью 100%. Ну, то есть это к вопросу о неточности. То есть, конечно, это все надо в каждом конкретном случае разбирать. Я просто здесь это, ну, немножко, скажем так, сразу хочу... ну, немножко пригасить энтузиазм по поводу прямых формул, да, то есть это вот как раз как в каком-то смысле развивалась, ну, вся эта область, что лет, не знаю, там, 50 назад, может, даже 100, да, то есть математики вот начали выдумывать эти прямые формулы, и все делилось на то, что где есть прямая формула, да, это вроде решенная задача, и где нет прямой формулы, и это нерешенная задача. Но потом перешло немножко в другую, я бы сказал, плоскость, что формула прямая есть, но она, скажем так, в практических применениях часто разваливается. И в результате мы тогда, ну, вынуждены, да, или, скажем так, не то, что вынуждены, но практически реально задачи, там, ну, та же томография, да, которая была в каком-то смысле сперва вот
как-то, ну, математики вывели формулы, но не могли никакую, собственно, ну, результат получить, да, трехмерную структуру. А потом пришли как бы с какими-то практическими алгоритмами, которые вот эти формулы, ну, практически не используют, да, то есть там используются немножко другие подходы, мы об этом будем говорить. И в результате оно все работает. Здесь, на самом деле, этот пример тоже, ну вот, ART – это Algebraic Reconstruction Technique, ну, то есть по названию она как раз значит, что она алгебраическая, то есть просто решаются какие-то системы линейных уравнений какими-то специальными регуляризированными способами. То есть хотя вот есть прямая формула для деконволюции, но результат, то есть я не утверждаю, что там вот с конволюцией и с деконволюцией там, ну, ничего нельзя получить со всеми прямыми формулами, иногда можно, но в практике большинство методов, которые сейчас используются, они, скажем так, более вычислительно требовательные, но более устойчивые. И эти формулы напрямую не используют. Так. Да, ну другой пример, то есть конволюция – это один такой пример, а другая – это томография. Ну, я думаю, что такое томография вы тоже слышали, ну, по крайней мере, с точки зрения того, что это вот трехмерная картинка, да, появляется. Они там тоже очень разные бывают, на самом деле, рентгеноструктурная томография, ну, или как компьютерная томография сейчас называется, и, господи… Господи, как это? Магниторезонансная, да, томография. Это на самом деле очень разные томографии, то есть как раз про первую будем много говорить, потому что там есть обратная сдача, а про вторую, ну, чуть-чуть я только скажу, да, просто там дальше потом. Но это совсем другая там математика, и, ну, и физика тоже другая, да. Но вот если говорить о первой, то просвечиваешь томография, то есть когда есть у нас объект, мы его излучаем, ну, если говорить о практических применениях, часто это рентгеновские лучи, хотя там и оптические, например, есть просвечиваешь томография пламени, например, ну, вполне себе такой практический применение. Некий объект, и, соответственно, мы измеряем, насколько ослабляется излучение. Либо схожая задача, которая, ну, немножко проще, это просвечивающая томография, то есть если объект у нас как-то либо сам светится, ну, как тоже пламя, либо мы его как-то заставляем светиться, ну, то есть это вот, например, пример, это как это, электрон-позитронная, что ли, томография, ну, то есть когда там, слабые радиоактивные вещества вызываются распад и летят, соответственно, электрон-позитрон в разные стороны, то есть одновременно детектируются, за счет этого там еще точность повышается. Но можно, да, опять же, ну, сейчас, нет, наверное, электрон-позитронная все-таки это немножко другая, да, там схема, там обратная задача проще решается, как за счет наименно детектирования. А вот если пламя у нас светится, то просто интенсивность мы измеряем в разные точки, опять же, в пределах геометрической оптики, если объект существенно больше длины волны, у нас есть преобразование радона. То есть здесь я как бы детально не хочу рассказывать, если мы отдельно будем про это, просто вот, что преобразование радона возникает примерно в таких каких-то приложениях. Опять же, примеры, просто, ну, чтобы полностью классификацию заключить, нелинейной зависимости от функции, ну, то есть в общем виде мы просто можем написать f от f большой от f маленького равно g, и дальше начинаются как бы нюансы, то есть а можно с этим что-то сделать или нет. То есть в редких случаях у нас возможно прямое обращение. Ну, например, такой, опять же, тривиальный случай, это возьмем три вещественные функции fgh, и скажем, что G – это просто суперпозиция двух функций. Да? И тогда, если вот эти функции, ну, для большинства вещественных функций, так или иначе мы их можем обратить, ну, то есть не сильно сложно, даже если они там какие-то периодические, да, но будет у нас обратная функция многозначная, мы там какую-то вещь должны выбрать и так далее. Но в целом как бы обращение, то есть если функция хоть на каких-то участках там монотонная и плавная, ну, ее всегда можно обратить хотя бы там… Численно, да, ну, то есть, условно говоря, есть у нас синус, мы там напишем обратную функцию арксинус и для любого значения можем посчитать. То есть это проблема, скажем так, ну, элементарная, техническая, там можно детальнее знать. То есть если у нас вдруг вот эта нелинейная зависимость есть именно как суперпозиция функций, то, да, мы тогда обратное преобразование не только можем записать, да, потому что f большой в минус первой, как я вам до этого писал, тоже всегда можно записать, да, но здесь это будет именно, то есть вот эта вот комбинация, она достаточно элементарно вычисляется. Естественно, это очень частный случай, иногда нам так везет, я чуть позже покажу пример, когда там, ну, чуть сложнее, но тоже подобное можно сделать. А в целом нам остается, если вот у нас, это, наверное, самое сложное, да, что может быть в обратных задачах,
Ну, мы сводим это так или иначе к нелинейной регрессии с большим количеством параметров. То есть универсальный метод при этом – это разложение по базису. Опять же, все это можно делать и в случае там, линейной зависимости от функции. Там просто будет соответствующая формула итоговая приводить к линейной, а не нелинейной регрессии. Так, ну то есть что мы делаем? Да, у нас есть неизвестная функция f, мы ее можем разложить по базису. То есть базис может быть какой угодно. Это может быть, ну, классический, скажем так, опять же, подробнее будем говорить об этом, но классический базис можно делить на какие-то, ну, а-ля там, не знаю, в гармонике Фурье, да, то есть какие-то периодические функции, то есть которые распределены во всем пространстве и в каком-то смысле удобны нам, либо они каким-то условиям правильным удовлетворяют. Но так или иначе есть там некое свойство, что базис полный, да, в пространстве. Если вы помните где-то на, наверное, методах матфизики или на функциональном анализе, у вас такие умные слова, там полный базис, что это значит было. Но мы тут настолько детально, естественно, не будем во все это вдаваться, но базис вот либо он такие, какие-то функции на всем пространстве нашем распределенные, и мы их как-то комбинируем и можем с хорошей точностью любую функцию приблизить. Либо это базис бывает локальный. Ну, то есть локальный – это, условно говоря, мы представляем функцию так или иначе, как набор точек. Ну, там, если это одномерная функция, то это просто вот мы ее дискретизируем, то есть говорим, что вот на этом небольшом каком-то интервале у нее такое значение, на следующем другое и так далее. Ну, и дальше можно там варьировать, что как мы предполагаем, функция ведет себя между этими точками. Да? То есть либо это кусочно постоянная, либо это кусочно-линейное, то есть как мы вот эти точки, условно говоря, соединяем между собой. Но это уже, опять же, тонкости. То есть так или иначе мы можем, получается, разложить по базису, и правую часть, то есть то, что нам известно, мы можем, например, дискретизируем с использованием тестовых функций. То есть мы заменяем ну, как бы Y, который нам нужен, на проекцию, что ли, можно сказать, то есть это скалярное произведение, то есть или действуем на нее разными тестовыми функциями и смотрим, что получаем. То есть предполагаем, что если мы возьмем много тестовых функций, вот эти вот Y-житые получим, ну, то есть, опять же, если G-житые, это, например, дельта-функция, да, то мы будем получать значение нашей функции правой части в каких-то точках, да, ну, то есть это, опять же, зависит от того, как мы будем измерять, но так или иначе у нас мы от какой-то функции, с непрерывной функцией всегда, ну, то есть это бесконечно мерный, что ли, вектор, с ним неудобно, естественно, работать, всегда хочется его свести к, конечному вектору. И вот один из способов, на самом деле, есть там, пока я имею еще один, то есть можно либо просто значение в точках брать, но это в каком-то смысле, как я сказал, использование тестовых дельта-функций. Либо тестовые функции могут быть достаточно гладкие, в том числе распределенные, да, то есть это тогда будет а-ля разложение тоже по базису. Но так или иначе, как только мы это записываем, то вот это наше простое выражение, которое было f от f равно g, оно сведется к следующему, да, то есть вот здесь будет некая сумма от коэффициентов бета и тех от базиса, это произведение с ЖЖ, ну, то есть такая сложная конструкция, но в общем случае это функция вот этого вектора бета. И у нас есть таких функций много, и каждая функция, мы ее значение знаем. То есть это есть система из m уравнений с n неизвестными, но система в общем случае нелинейных уравнений, ну, то есть решать такое уравнение, естественно, очень невесело, но, опять же, хоть что-то, да, то есть как-то уже с этим можно работать. Если у нас зависимость от функции была линейная изначально, то, естественно, здесь у нас вот здесь вот, опять же, поскольку f линейна по бета, то бета мы можем как бы вынести тогда за границы, и здесь будет сумма бета ита умножить на f большой ита, где f большой ита – это f большой от f итого, соответственно. То есть такая у нас будет здесь линейная зависимость, и это будет уже система линейных уравнений, где бета мы вообще можем вынести как бы за скобки, а матрица, которая будет определять эту линейную систему, она будет как раз это скалярное произведение f, как наше преобразование действует на базисные функции, и потом мы это берем скалярным произведением g. Но мы опять же подробнее об этом поговорим. То есть пока у нас вот так вот краткое введение. И в результате так, что у нас получается, да, ну вот один буквально краткий пример, где можно все-таки что-то развернуть.
То есть это обратная задача этой России, но уже и без использования модели частицы. То есть это, ну, можно сказать, такой святой грааль, что ли, вот в этой области, что всегда, когда мы говорим, мы восстанавливаем какие-то параметры, всегда стоит вопрос, откуда мы взяли, да, модель частиц, откуда мы знаем, что там, не знаю, эритроцит, вот он выглядит именно нашей моделью, а вдруг там вообще не эритроцит, а что-то другое прилетело. То есть всегда такой вопрос у нас стоит, и, естественно, хочется этого избежать. То есть идеальный вариант, что мы измерили какой-то сигнал, там много информации о частице, и можем, там, не знаю, условно говоря, трехмерную модель этой частицы там нарисовать, вот как томографию сделать. И томография, ну, в каком-то смысле тоже описывается этим, но если говорить о задаче рассеяния, то там можно, опять же, там есть нелинейное это преобразование, но его можно представить как суперпозицию двух функций. Но вот здесь чуть подробнее, и, опять же, подробнее мы об этом будем говорить, но просто чтобы вам дать пример, как оно бывает, и не совсем тривиально, и все-таки чуть проще, чем общий случай. Здесь ситуация такая, что же у нас получается, оно сложное отображение и, вообще говоря, не очень корректное с точки зрения там, отображения и так далее, но оно линейное. И, соответственно, его, в принципе, можно обратить. А H функция нелинейная, но зато оно допускает это прямое обращение, о котором я говорил. То есть, ну там, это не простая функция, здесь даже ну, показано, я думаю, сейчас не будем останавливаться. То есть, в результате и H, и G мы можем обратить. H дает там прямые формулы, G тоже прямые формулы, но это с точностью до там, обращения большой матрицы, которая может быть очень неустойчивой. То есть, на самом деле, когда вот здесь написано G в минус 1, тут отдельный вопрос, как его считать. Но, тем не менее, это уже линейная регрессия, а не нелинейная. Да? И H минус 1 уже здесь понятно, как действует. То есть, это вот как такой гибридный, что ли, вариант, когда мы что-то можем упростить. То есть, поэтому, с одной стороны, да, есть общие методы, которые с любыми задачами могут работать. Ну, по крайней мере, не то, что методы, я бы сказал, подход, да, то есть, в каком направлении двигаться. Но, с другой стороны, естественно, вот всегда, это на самом деле общее и основное правило, которое есть по поводу обратной задачи, то есть всегда, когда у вас есть обратная задача, надо первым делом как-то метод пристального вглядывания, то есть посмотреть, а что у вас за задача, как-то посмотреть на эти формулы, ну, подумать, а что можно упростить. И здесь, естественно, там чтение литературы, ну, никогда не помешает, потому что если похожую задачу кто-то решал, ну, может, кто-то как раз догадался до какого-то такого упрощения. Оно иногда прям как бы, ну, очевидно следует, что ли, структура задачи. Иногда нужно так, ну, подумать, и это в каком-то смысле может быть какой-то прорыв как раз, когда получается вот так вот декомпозицию отображения сделать. Так, ну это просто картинки, что обратная задача сотрясения. Опять же, вот я вам с одной стороны сказал, вот он был прорыв, да, и декомпозиция. На самом деле, ну то есть это может быть не совсем последние результаты, типа 10-летней давности, но, насколько я знаю, принципиально лучше всех вполне сделали. То есть даже вот вроде как у нас есть там чуть ли не прямые формулы для отображения, ну то есть работает, но примерно вот так вот. То есть, условно говоря, реально мы пытаемся установить там два шара касающихся, ну вот что-то похожее получается, да, вы здесь видите картинки. И вот я бы сказал, что когда мы пытаемся именно восстановить без особых предположений о том, что у нас там есть, да, то есть вот то, что говорю, святой Грааль, то пока результаты не очень точны. Да, если у нас есть томография, когда у нас данных очень много, здесь просто на самом деле не так много данных измеряется, и поэтому в каком смысле проблемы реконструкции, они оправданы. А в томографии, ну, мы будем говорить, я думаю, вы тоже видели кучу примеров, ну, то есть, может, кто-то даже делал там себе, да, там как бы, ну, намного лучше изображение, ну, понятно, с какой-то тоже конечной дискретизацией, но получаются действительно картинки, по которым можно какие-то выводы делать дальше. Так, ну и в заключение сегодня, опять же, вот мы разобрали весь спектр, даже какие-то примеры вам дал. Ну, то есть я надеюсь, что после этого у вас уже есть понимание, что я, скажем так, в рамках данного курса понимаю под обратными задачами, о чем мы будем дальше подробнее говорить. Но, опять же, когда говорят по поводу обратных задач, часто подразумевают, что это что-то такое сложное, да, сложное и некорректное. Наверное, слышали. Ну и давайте мы чуть конкретнее об этом поговорим, то есть что вообще такое корректные, некорректные задачи. Тут есть, на самом деле, много определений, но такое классическое, стандартное, мы его тоже будем придерживаться, это корректность по Адамару. То есть здесь три пункта, все, которые должны быть удовлетворены, тогда задача корректная. Если хоть один не удовлетворен, то задача, соответственно, некорректна. Ну и многие обратные задачи, как я уже анонсировал, да, и как вы тоже, наверное, слышали из какого-то такого обсуждения,
в том числе там научно-популярного и так далее, что вот если у нас обратная задача, то какие-то проблемы нас ожидают, да, в том числе связанные с некорректностью этой задачи. То есть корректность – это существование, единственность и устойчивость. Да? Ну и давайте каждый из этих пунктов немножко разберем. То есть что такое существование? Ну, существование – это значит, что существование решения, да, естественно. То есть мы берем, у нас есть какое-то отображение, и мы хотим найти, соответственно, для него, ну, то есть измерили какое-то наше значение и хотим найти, какое же значение подходит, да, то есть, ну, сделать там подгонку. Допустим, у вас стоит всего одно значение. Ну, классический пример, когда у нас проблемы с существованием возникают, это вот у нас здесь, да, функция синус бета, и вдруг мы измерили значение, оно чуть больше единицы оказалось, да, то есть мы как бы понимаем, что да, это, наверное, за счет погрешности эксперимента и так далее, а не как в анекдоте, да, что в военное время значение синуса может достигать там двух или даже четырех. Но, тем не менее, нам от этого как бы не сильно легче, потому что вот у нас вроде даже элементарная задача есть прямая формула, как нам получить значение, да, то есть арксинус взять в данном случае, но как это сделать, мы вот тут не понимаем. Ну и здесь, как бы, естественно, если говорить о существовании, есть разные подходы, то есть один подход – это область определения бета изменить, то есть, ну, буквально там недавно я свою дочку подкалывал, которая там в 8 классе учится, что вот если бета взять комплексное, то внезапно у нас решение этого уравнения существует, и никаких проблем нет. Но это как бы обман трудящихся, естественно, в большинстве случаев. А более реально это учесть вот эту вот экспериментальную ошибку. То есть, условно говоря, ну там в общем случае, вот мы такие будем тоже рисовать еще где-то графики, то есть здесь что отображено? Это есть вот, ну как мы пытаемся изобразить пространство данных. Оно обычно очень многомерное, да, то есть мы измеряем там не одно, не два числа, а много. И, но здесь вот как будто это двумерное пространство наших измеренных данных. То есть Y – это точка в этом пространстве данных. При этом наше отображение, которое мы, допустим, но точно знаем, какое оно должно быть, говорит нам, что реальные значения, которые данные могут принимать при любых как бы, возможных значениях параметра модели, это будет некое многообразие в этом пространстве. То есть не все точки, а только часть их. Но они обычно как-то гладко там связаны между собой. Да? То есть у нас функция какая-то, там неважно, синус, не синус, но какая-то функция. Даже если это функция, которую можно только вычислять в наборе точек, обычно она ну, подразумевает, что она непрерывно зависит от параметров модели. Непрерывно там гладко даже, иногда бесконечно гладко. Но это, в общем-то, открытый вопрос, да, так или нет. Но в любом случае, то есть в общем случае у нас есть пространство данных, где Y может быть там любое значение, а реальные значения – это у нас только часть этого. И, естественно, когда мы Y измеряем, всегда будет какая-то экспериментальная погрешность, то есть даже если идеальные данные лежат на этой кривой, то реально измеренные будут ну, практически как бы со 100% вероятностью лежать не на этой кривой. Да? И вопрос, что мы с этим будем делать – то есть, строго говоря, да, решение не существует. И опять же, почти всегда не существует, да. Но, естественно, раз почти всегда, то это бессмысленно, да, такой подход использовать. То есть, это как в том анекдоте про математиков, да, которые дают абсолютно точный ответ, но абсолютно как бы ненужный и никак в практике не помогающий. Но, естественно, тоже я уж не знаю, кто математики или физики да, первые это придумали, ну, видимо, где-то на пересечении этого всего, что решение определяется как ближайшее из возможных, да, то есть смысл наименьше квадратов, но если геометрически это мы из Y опускаем перпендикулярно эту кривую, то есть находим ближайшее значение на кривой, которая вот к ближайшей, и говорим, что ну, реально мы данные измерили эти, но мы предполагаем, как будто мы их измерили, как будто точка вот здесь лежит. Тогда уже для этой точки можем решить. И если мы такое как бы дополнение сделаем, то есть что мы ищем решение в смысле наименьших квадратов, то получится, что решение существует ну, практически для любых данных, которые у нас здесь есть.
Ну и это обобщение, опять же, вот практически всегда там явно или неявно подразумевается. То есть еще раз повторюсь, что строго говоря, в большинстве практических случаев, когда у нас есть какие-то данные с ошибками, скажем так, точно провести, ну вот если говорить о подводке, да, то есть вот у нас есть точки на каком-то графике, и мы через них проводим кривую. Практически всегда провести прямую, кривую какую-то точно через эти точки – мы не можем. Ну, то есть можно, но тогда количество параметров, сколько мы подгоняем, должно там примерно равняться количеству данных. То есть если мы сделаем, ну, собственно говоря, сплайн, да, вот проводим, можно провести гладкую кривую через любые точки. И есть такой подход. Но в большинстве случаев нам все-таки нужно восстановить достаточно небольшое количество параметров по большему количеству измерений. То есть даже если вот, опять же, переходя к задачам, которые вот у нас вот здесь были, да, обратная задача скоростей и так далее, все-таки здесь, опять же, чтобы это как, хоть как-то работало, подразумевается, что количество измерений должно быть больше, чем количество неизвестных. Ну, хотя бы там несколько раз желательно. Хотя, ну, пытаются извращаться, и когда оно там почти равно, и даже иногда меньше, но это уже обычно работает намного хуже, чем даже вот то, что здесь показано. То есть, с одной стороны, да, существования, строго говоря, никогда нет или почти никогда нет, но, с другой стороны, вот такое обобщение в смысле наименьших квадратов либо еще какой-то, скажем так, близости, да, вот, то есть мы берем какое-то ближайшее из возможных решений, а то после этого существует практически всегда. То есть, ну, скажем так, можно для любых данных найти какое-то, ну, я, наверное, неправильно сказать правдоподобное, потому что если вот данные у нас где-то здесь, да, совсем далеко, то любое из этих, ну, сложно назвать правдоподобным. Но хоть какое-то решение, которое, скажем так, мы предпочли всем остальным, можно выделить. Но даже в этом подходе могут быть другие проблемы. То есть нам не только существование нужно, но и единственность. А, ну, что такое единственность? Да, что вот это решение должно существовать в единственном числе. То есть и с одной стороны, если у нас есть функция а-ля там синус бета, ну или как вот здесь пример, мнимая экспонента, да, то есть, допустим, у нас есть бета, это вещественное число, оно отображается в комплексную плоскость. Есть функция следующая, да, и если у нас вот точка лежит на этом единичном круге, то тогда мы бета можем восстановить, не проблема. Да? Но оно будет не единственное, если бета у нас от минус до плюс бесконечно. Ну, потому что просто функция периодическая. Это можно там придумать много примеров. А, значит, чтобы эту проблему решить, мы, во-первых, диапазон бета задаем, что он будет от 0 до 2 пи, ну, там, и только одна из этих значений входит. Тогда мы вроде как однозначно любую точку на этой окружности можем отобразить в этот диапазон бета. То есть мы решаем эту проблему с периодичностью, беря только один диапазон. Это полпроблемы. Но дальше опять же возникает, а если у нас y не здесь лежит, да, но мы используем метод наименьших квадратов, и вроде все прекрасно, пока у нас y не оказывается точно в центре. Ну, это, конечно, выглядит такой очень искусственный случай, и понятно, что в реальных экспериментах никогда мы точно в центр не попадем, но это на самом деле дальше переходит к следующей проблеме, что да, окей, мы там в центр точно никогда не попадем, но всегда будет ли оно либо чуть левее, либо чуть правее, да, с вероятностью, опять же, там асимптотически равной 100%, если так строго пытаться говорить с точки зрения там, от статистики. Но, опять же, поскольку нет обратного значения от нуля, то есть мы не знаем, какой из них более ближайший, то когда у нас вот так погрешность очень большая, то получается, что очень небольшие вариации, то есть чуть-чуть она сюда сдвинулась, мы-то сказали, что ну, как бы значение вот здесь. А чуть-чуть сюда сдвинулось, значение здесь мы как бы взяли как более правдоподобное. И вот это вот как бы, что небольшое изменение наших данных приводит к очень большому скачку, это, по сути, ну, переводит нас к следующей проблеме, это устойчивость. То есть что такое устойчивость? Это, опять же, вот я ну, рисовал вот эти кривые, да, и тут рассказывал, что, ну, в целом мы так или иначе обычно подразумеваем, что у нас есть какое-то плавное отображение, да, даже если мы его там считаем руками, то, соответственно, мы берем зависимость нашего сигнала, ну, или идеального сигнала, да, то есть отображение вот этой модели нашей от
параметров, оно какое-то гладкое и непрерывное. Ну и это, скажем так, естественно предполагать. То есть мы на самом деле, ну я бы сказал, что люди в принципе склонны любую функцию, там, да, которая есть в жизни, встречается, предполагать, что она гладкая. Ну пока не доказано обратно, пока нам пальцем не ткнутся, что вот есть разрыв, там, как у функции Хевисайда, да, либо это вообще какая-нибудь дельта-функция, которая не совсем функция и так далее. Ну либо еще какие-то там особенности нам вот как бы специально не скажут, что это функция, но мы так или иначе по умолчанию предполагаем, что функции гладкие и непрерывные. И это, в общем-то, оправдано. И аналогично, ну, очень хочется, да, и, по крайней мере, предполагать, что и обратное отображение будет обладать таким же свойством, да, то есть что мы немножко меняем, то есть, да, есть у нас kg равно f, например, да, ну, здесь k – это ядро, как вот у интегрального оператора, или матрица какая-то, то есть мы, соответственно, можем записать обратную вот это отображение, и надеемся, что если f как-то меняется не сильно, то есть вот такой сигнал и чуть-чуть другой, да, то и g будет также непрерывно меняться. Но здесь, как я бы сказал, два вопроса. Непрерывно и, ну, не сильно быстро. Это немножко два разных вопроса. Они иногда связаны, то есть один приходит другой. То есть сперва функция, скажем так, если как это пытаться классифицировать патологии, да, то первая патология – это когда функция резко начинает меняться, то есть небольшой, вроде, там, не знаю, 1% изменения сигнала, и у нас там на 100% меняется функция. Но она все равно может меняться непрерывно, да, то есть мы поменяем на 0,1% сигнал в этом же направлении, значение поменяется, соответственно, на 10%. Если поменяем на там, 0,01%, то всего на 1%. То есть все равно будет непрерывная зависимость одного от того, просто ну, как производная, она очень большая в этой точке. То есть это одна часть патологии. Ну, а другая, когда это меняется скачком. То есть, опять же, если вот говорить о вот этом примере, то есть здесь как можно привести, что вот это значение у нас здесь есть. Вот если мы, например, точку чуть-чуть влево сдвинули, ну, вы же видите, да, указатель сейчас нормально? Так, подвигайте. Ну, вот, красный. Да, да, виду, вижу, вижу, вижу. То есть, соответственно, тут, если у нас точка чуть левее, то если мы будем двигаться в каком-то смысле вверх или вниз, то у нас как раз будет первый случай патологии. То есть будет достаточно большая зависимость. То есть мы, условно говоря, вот здесь чуть-чуть двигаем, а значение, ну, это как бы есть отображение, как будто мы точку отсюда двигаем сюда. То есть, ну, есть это усиление, как бы, как будто вот за счет отношения вот этого радиуса маленького к этому большому. А вот если мы... То есть это когда мы вот так вот двигаем, условно говоря, вверх-вниз здесь. А если мы будем двигать в эту сторону, то здесь будет прям прямой разрыв. То есть мы отсюда в какой-то момент просто скакнем сюда. Но видно, что это вещи связаны, и они, скажем так, часто возникают примерно в одних и тех же местах и связаны с одними и теми же проблемами. Ну и здесь пример, то есть здесь пока мы вот разрыв не обсуждаем, здесь пример как раз первой патологии, но это просто линейная зависимость. То есть если у нас есть... ну, как такая геометрическая иллюстрация, я бы сказал. То есть просто система из двух уравнений, и эту систему можно всегда, решение этой системы, представить как пересечение двух прямых. То есть вот у нас есть одна прямая у нас задает, ну, положение одной прямой задается C1, положение другой C2. Если мы C1 там, или C2 будем менять, то это будет соответствующее, ну, вот в данном случае там дельта у нас, двигает одну из прямых, то есть если прямые пересекаются под каким-то большим углом, то движение каждой из прямой нам сильно не будет сдвигать положение, да, то есть это как раз мы насколько прямую сдвинули, ну, то есть вот какое-то вот такое вот по нормали, да, ну, примерно настолько значение сдвинулось. И критичный случай, когда, опять же, прямые почти параллельны, это приведет к тому, что здесь вот этот случай, когда маленькое изменение, то есть вот это вот дельта здесь, оно приведет к большому сдвигу нашего решения. То есть, ну, потом мы будем подробнее обсуждать, что это связано с числом обусловленности матрицы, которая здесь есть, да, то есть когда столбцы или там строки этой матрицы почти линейно зависимы, это как раз вот, ну, и говорит, что прямые почти параллельны, которые у нас здесь есть, то в этом случае у нас как раз число обусловленности большое, число обусловленности как раз описывает, насколько у нас ну, сдвиг или погрешность решения больше, чем погрешность исходных данных, то есть правой части в данном случае в этой линейной системе. Так.
Ну и на этом, да, у меня все. То есть давайте... Так, сейчас, секунду. Я тут отключу, чтобы нам ничего не мешало. Да, то есть вот сейчас давайте, кто готов что-то сказать по поводу там своего диплома и как он видит там обратные задачи.